Начинаем ее пластать. Посмотрим, что у нас там внутри. Ух ты, она красавица еще. Как бы ее разрезать? Хочется посмотреть, что там у нее внутри, какая она наросла. Сейчас попробуем. Ой. Так, хотя бы часть нам отрезать, вычистить. Так, дело идет. Ух ты, крутая тыква наросла. Что же у нее внутри, интересно? Посмотрите, какая красавица. Вот это тыква-малышок. В своем канале писал, какую тыкву я сажу. Вот она в разрезе. Она очень сладкая на вкус. Семечки, конечно, мы это все приберем. Они очень полезные. Мы их будем сушить. Вот такая тыковка. Я думаю, что из нее получится замечательные цукаты и тыквенный сок. Тыквенный сок, кстати, я уже сделала. Могу показать. Посмотрите, вот такой вот у нас тыквенный сок получился. В следующих комментариях, в следующем ролике я вам покажу, как делать такой тыквенный сок. Очень вкусный. Наши внуки обожают его. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!